В Выборгском районе Санкт-Петербурга готовится ководы в эксплуатацию в первую очередь жилого комплекса «Лондон Парк» от компании L1. Комплекс расположен на проспекте Просвещения, на участке между улицами Кустодиева и Руднева. В состав первой очереди входят два 25-этажных дома и 12-секционный дом переменной этажности. На стройке ведется активная работа. За последние месяцы в домах в первую очередь выполнены стяжки полов в квартирах и в местах общего пользования. Также проведена разводка электрики в квартирах. Инженерные сети готовы на 95%. Квартиры в первую очередь Лондон Парка будут сданы в эксплуатацию в текущем году. В первую очередь мы сдаем поэтапно. Первые два корпуса, которые ближе к Просвещению, срок сдачи апрель текущего года. Соответственно, заселение идет май-июнь. Корпуса 3 и 4, это секции с 1.3 по 1.14, мы сдаем в июле 2017 года. Соответственно, заселение идет на конец года. В первых двух корпусах сейчас идет финальная краска стен в местах общего пользования в холлах первого этажа. Выполнены отделочные работы на эвакуационных лестницах. Также ведутся работы по благоустройству внутреннего двора. К моменту сдачи комплекса в эксплуатацию на стилобате, на котором расположены дома, появятся детские площадки, скамейки и газоны. Территория комплекса будет закрыта и охраняемой. Попадать во внутренний двор смогут только жильцы комплекса и их гости. В состав в первую очередь также входит двухэтажный торгово-развлекательный комплекс, расположенный под стилобатом. Сейчас ведутся работы по утеплению и облицовке фасадов ТРК, монтажу витражных конструкций. В рамках первой очереди строится и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас на объекте идут монолитные работы, делаются перекрытия второго этажа. Всего в комплексе будет 4 этажа, на которых предполагается разместить 2 бассейна, тренажерные залы, залы для групповых занятий, солярий и сауну. В комплексе «Лондон Парк» также есть вторая очередь, которую планируется сдать в эксплуатацию к концу следующего года. В состав второй очереди входят 2 многоэтажных дома и школа. Жилой комплекс расположен в обжитом районе Петербурга с хорошо развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Рядом с комплексом есть школы и детские сады, продуктовые магазины. До метро «Проспект Просвещения» можно доехать всего за 5 минут, до КАТ «Меги Парнас» за 15. В составе комплекса «Лондон Парк» предусмотрен подземный паркинг на 570 мест. В комплексе можно приобрести квартиры разных площадей, от студий до просторных пентхаусов. Квартиры продаются по схеме ЖСК и сдаются без отделки. Для покупателей сейчас действуют специальные акции и скидки. Стоимость квадратного метра начинается от 78 тысяч рублей.